победой. Я считаю, что счет по игре. Вышли полностью не готовы. С чем это связано? В общем-то, наверное, довольствовались победой в Нижнем, и теперь думаю, что так все будет так гладко, все будет идти. Нет, надо сражаться каждую игру. В общем-то, игрой в целом доволен. Были моменты, когда вот на мои 4-1 повели, немного, скажем, чуть почувствовали победу, как будто в голове, наверное. Получили 2 гола. В моем понятии, может быть, совсем не нужно, не кстати бы, конечно, было бы. Но так в целом очень игру хорошо показали, достойно. В общем-то, игра была под контролем. Очень порадовало, что после 2 нулевых игр в этом году нашли себе, скажем, как-то раскрепощение. Забили 87 голов. Но больше, чем еще мне сегодня порадовало, мы забили в большинстве 3 гола. В общем-то, 3 очками и результатом доволен. Игорь Владимирович, у вас играет наш воспитанник, будем говорить, Паша Чернов, 4-6 лет у нас провел. Как он играет, как радует ли он вас? И, может быть, еще тоже вы могли бы кого-то отметить в целом по сезону. Нам интересна команда Московской области. Здесь у нас областное телевидение сегодня. Пожалуйста. Ну, в общем-то, по Чернову, давайте это говорить, уж он первый год играет. Ну, и когда-то его подключали в КХЛ, да, уж так стабильно, постоянно играет в КХЛ. Это, еще раз говорю, большая разница, игра в высшей лиге, там, прошлый год и КХЛ. Этому надо, в общем-то, пройти через это. Парень молодой, но перспективный. Я еще его знаю, когда он еще моложе был, по школе он и в Динамо был. Я его так, в общем-то, знаю. А по игрокам, кого могу отметить, я могу сказать, что не знаю, что у молодежи в нашей, так сказать, перспективных головах. Но если игроки, которые старше их 2 раза играют лучше, я не знаю, на что вообще, чего в жизни люди хотят. Я не понимаю, чего хотят люди в жизни. Знаете, я воспитан в советское время. Ну, там ни лимитчиков, никого не было. Выходишь и играешь, не играешь, до свидания. Вот чего они хотят, я не знаю. Если игроки, которые старше в 2 раза, они лучше, такие как Королюк, там, Данила, там, пусть там есть ошибки, но это маломальские. Кто без ошибок не играет? А кто не дает нашей молодежи забивать? Покеры, хитрики, знаете, не может быть такого, тренер берет и говорит, не забивайте по 3. Вообще не забивайте. И все. А в чем проблема, по вашему мнению? Поколение инфантильности или что? А знаете, поколение в чем? Они видят, что сзади никто не идет. Конкуренции нет. Команд много, народу мало. Народу мало. Ему что не говоришь, он вышел за двери, его все устраивает. Зарплату устраивает. Все устраивает, нормально. Пошло нормально, не пошло, в следующий раз. А кто виноват? Кто виноват? Вот перед вами сидят, кто будет виноват. Все. Не научили. Вот в чем дело. Может быть, тогда здесь стоит вести уж тогда более глубокий разговор об увеличении возрастного ценза для молодежной лиги до 22 лет. Да? Вы знаете, не надо никаких цензов. Надо выходить и играть. А когда начинается это, молодежи, и вот они смотрят, давайте, на следующий год там 92-й, потом 93-й, они уже так смотрят. А где вы столько народа возьмете 92-го года, чтобы в каждой команде по 4 человека было? Это чтобы выпускать полноценный состав. Ну вот у нас был момент, у нас там вратарь молодой. В Донбассе у нас как бы получил травму косой. Ну и все, игра закончилась. Ну он сидит, он не играет, никто ему не даст играть. Сергей Александрович, у вас есть что-нибудь добавить к этой теме? Да нет, не буду. Пожалуйста, ваши вопросы есть? Что, журналисты сегодня? Пожалуйста. Ген, спасибо, что вы Подмосковье, продюсер трансляции Ольга Стрелкова. Спасибо, что не прогнали нас, когда мы случайно попали на встречу с болельщиками Атланта, когда вот тут и Жамнов был, да. С чаепитием мытищем мы всегда открыты. Да, поэтому вот такой вопрос, как бы не инсайт, а Жамнов сказал на встрече с болельщиками, что лишь в феврале будут известны бюджеты. Строите ли, планируете ли какие-то планы сейчас уже? Что известно? Какова судьба? На какой бюджет рассчитываете вы, Юрий Владимирович и Сергей Александрович? На какой бы вы бюджет рассчитывали? На хороший. То есть, поясните. То есть, не могу сказать, какой хороший. Уровня какого клуба хотя бы? Атланта.
Какого года? Не знаю. Ну, лучший год возьмите. Юрий Владимирович, я понимаю, что с правительством финансирование сложнее. А на какой там коммерческий, спонсорский пакет рассчитываете вы? Вообще, давайте сначала хотя бы, если мне продлят контракт на следующий год, и так-то у меня контракт на год, и бессмысленно говорить, на какой контракт бы я рассчитывал. Я вообще-то хочу продлить свою работу сначала. Давайте я от этого отталкиваться, потом дальше будем говорить о другом. Работу в «Витязи». Да.